Здравствуйте, товарищи! Смотрим повторы мордодёров. Наши мордодёры опасные ребята. Да, это мне не нравится. Направление для средних танков. Мне не нравится. Для легких. Мне нравится вот это, для тяжелых танков. Здесь хорошо. Хорошо. А там плохо. Там плохо, здесь хорошо. Там в морщинках рельефа этого прятаться. Играть от башенки. Неинтересно это все, неинтересно. Вот. Выстрелить за горку, спрятаться и все. Вот так вот. И все. И за горку. И выстрелить. Попали, ура! Ура! И спрятаться. Оп. И трапа появится. Вот так. Так. А я спрятался, нехороший человек. Редиска. Такие хитрые все. Хитрые. Ничего, ничего. Вот коллега. Мордодер. Еще один мордодер. Тоже коллега. Мимо. Мимо, мимо. Он уже уехал, пока мы раздумывали. Уехал. А кто-то справа у нас там. Ой. Там у нас советский танк. Типа Т-34 или типа того. Или типа того. Что у нас тут? Т-34. Да, есть. И три мордодёра. И лучик С. Он же крысёныш. Это немецкий... Ну, не помню. Ну, что-то крысиное. Что-то у него там. Вроде бы. Это только для красоты его называют. Лучик. Ага. Тьфу. Вредный такой танк. Почти такой же вредный, как леопард. Но зато его вышвырнули. Лучик. Он так мелькает, когда это из барабана стреляет. Ужас какой-то. Что леопард, что он... А, теперь, не помню, у него барабан теперь. Или не барабан. А, решил нас убивать, приехал. Т-34. Зачем так поступать? Будто я ему что-то плохое сделал. Приехал, стреляет у нас. Нехороший. Упс, мимо, а он попал. А мы мимо, а он в точку. Потому что он Т-34, а мы мордодёры. Мэд Макс рулит. Мэд Макс молодец.
Какого мы ищем? А, это лучик. Да, он сведет к ничей. Жуткий заразик. Ну ладно. Он будет долго здесь крутиться. Крутиться, крутиться, что-то будет. Мы встанем на базу, но. Но не все встанем. Встали бы все. Но тоже нам это не помогло, он бы сбивал захват. Так что, положение здесь выходное. Он слишком шустрый. Тоже баснословные заработки. Она тоже выполнила какое-нибудь задание. Ну ладно. А правда урон тоже. Ничего себе. Так. У нас шестой был. Теперь седьмой. Эшелон. Встречный ход. А, это нет. Три боя на этот эшелон закидывали. Почему так произошло, непонятно. Так. А вот едем. Так. Вот самолетики летят всякие. О, какие симпатичные. И ничего. Летят себе и ничего. Так. А что у нас здесь? Здесь у нас капут. Гитлер капут. Нам повыше. Чуть повыше. Повыше, повыше. Повыше. Чуть-чуть. Красная черта. Ой. Это мы. Я так сделали. Упали. Долго поднимались. И в результате ничего. О. Леопард, что ли? Вроде бы леопард. Испортили ему чего-то. Мышленицу и бензобак, наверное. Пожар. Погиб в результате пожара. Так. Белый свет в кафе-печку. Этого не видно. Вообще надо продвигаться вперед. Как не лень. Быстренько разворачиваемся. Быстренько. А вот опять появился паразит. Мы уже почти уехали. Это коллега. Коллега. Мордодёр.
Только физически маленькая торчит. Ок. Это на брелок попали. 174 ущерба. Ок. Не попали. Коллега. 164. Вроде бы мы седьмое видео смотрим. Двое на двое. Коллега Мартадер. И легендарный панцирь 3-4, который якобы с хорошей доходностью. Наверное, хороший. Его перевели в разряд этих коллекционных обновлений. Оп. Обновлением, каким-то обновлением. Угробили, значит, наш танк. Нашу коллегу. Тяжелый танк какой-то оставался, а они вдвоем его угробили. За что и заплатят. Жизнью. У нас пушечка длинная, не фугасница какая-нибудь, а серьезная такая длинная. Вот мы снайперами работаем, подрабатываем. 1500 урона. Это вам не погулять, выйти. А у него... Ну, больше. Тоже мордатер. Ну, ладно. Так. Всё. Ой, самое главное, посмотрели? Эшелон, эшелон, эшелон. Ага, значит не шестой. Значит седьмой. Значит следующий, смотрим. Тоже эшелон. Мордатер. Восьмой, смотрим следующий. На сегодня. На сегодня разойдемся. А потом опять сойдемся. Если живы будем. Кто-то будет танковать, а мы будем снайперить, если получится. Если у нас раньше времени не чпокнут. Здесь угол склонения орудия хороший, но не настолько хороший. Было бы лучше, если бы мы вот так вот, блин, стрелять, а мы не можем. Такая жаль.
Так вот, морщинка тут есть. В грунте. В грунте. Потому что надо ехать туда. Без нас не справятся. Коллега. Бунг. Мимо. Наверное, он за горочкой стоит, она мне видно отсюда. Ничего? Ничего. Ничего. Надеюсь, это хоть высовывается. Высовывается. Нет, не высовывается. Нет, высовывается, но мы не провели. Это КВ. Один. Клим Ворошилов. Героическая личность. А это, судя по силуэту, панцирь 4. С топовой башенкой. А башенка это с щитками. Ну, он куда забрался? А мы его достали. 161 урон. Урончик. Чик-чик. Чик. Ушел. Жаль. Вот так отпустишь, а потом он тебя грохнет. Он тебя не пожалеет. Ну, не жалели, конечно. Просто не успели. И теперь не успели. Так. Там они шатные. Убивайте всех. Если вам нравится. Всего лишь 161 урон у нас. А самолетики симпатичные. А. Ох. Ну, там еще один. Француз. Легкий танк. А это Шерман Джамба. Он переведен в разряд коллекционных. Стал голубым почему-то. Почему-то голубые считаются коллекционными. А нормальные танки белые почему-то у них. Почему так у них? Непонятно. Ну, это его погубит. Не смотрел, куда едет. И врезался в скалу. А так бы убежал от нас, и все. И свел бы к ничьей. А, не захотелось контейнер открыть. Там он загорелся. Контейнер, контейнер, ура! А что так много? Это мы какой-нибудь этот самый. Ежедневное задание выполнили. А может и нет. Ну ладно. Вот у нас 18, 26, 41. 17, 27, 10. И последнее на сегодня. Но не по значению. Вот у меня все кидало на этот эшелон. Кидало, кидало. Непонятно почему так. Одна карта только. Нашло, нашло, нашло. Подряд.
Нам еще где-то нужно взять 6 уровня танк. Так как прокачивать мы больше не можем, потому что без премиума стали убыточными. Даже танки 2 уровня. Идиотизм, конечно, но... Английский танк 2 уровня. После обновления 5.5 стал в минус уходить. Один бой отыграли, 5 противников уничтожили, выиграли и получили минус 112 серебра. Хотя там даже не предусмотрены золотые снаряды, но мы ими никогда не пользовались. Никогда. Ну, в этом. Ни World of Tanks, ни World of Tanks Blitz. Не пользовались. Кто зашел ко мне в бот? Кто? Кто меня светит так, паразит? Слева. Непонятно кто. Так, их 5. Вот сволочь какая-то, мягко говоря. Вот он, сволочь, у меня светит. Засвечивает. Паразит. А мы обиделись и ушли. И сиди ты там под горкой сколько хочешь. Обиделись и ушли. Не чувствовали, как эта сволочь нас светит? Подонок. А почему он не светился, интересно? Тяжелый танк в 2 метрах от нас. Нам его не видно. Как это может быть? Как? Это ж у них сраная система засветки. Сраная система засветки. А мы не жадные. Раньше World of Tanks велись было. Сидишь в кустах, враги в метре проезжают и не видят ни хрена. Так нет, порезали это, сволочь. Чего им помешало? Я просидел в кустах все бои. Все 28 лет игры World of Tanks. А может 29, а может 31, а может 45. Нет, не помню. Сколько вообще этому проекту лет? Мы что, должны все помнить, что? Должны. Успели. На этот раз успели. Ух, 17 000. Я люблю, когда денежку дают. Люблю.